Сегодня посмотрели матч между Германией и Францией. Конечно, немцы выглядят очень мощно. Команда скоростная, боевитая, техничная очень. Две сильные команды встречались. Преимущество было сегодня на стороне немцев. Домашние стены, публика, зрители, крики. Я думаю, все на их стороне. Мы только что посмотрели предыдущую игру, как они сыграли. Есть над чем подумать, какие-то сделать оценку этой игры, то есть выводы из этой игры, как вот сыграли французы с немцами. Они выглядели, если мое мнение честно, на пол головы сильнее французов. Они сыграли грамотней, тактически и все-таки побыстрее, чем делали французы, исполняли завершение. Ну, завтра еще, как известно, в Германии будет выходной день. У них будет сумасшедшая поддержка зрительская. Это будет дополнительный игрок, а может быть и два даже на поле. Я думаю, что установку мы получим перед игрой. Наш тренерский состав просматривали эту игру. Я думаю, что-то нам расскажет, скажет, но мы можем тоже поправить, если что-то не так. Не хотелось бы все показывать завтра, все, что мы можем, но придется это делать, потому что мы будем выбирать полуфинал себе соперника. И хотелось бы сыграть с Голландией, а не с французами. Поэтому завтра будет непростой матч. Будем слушать установки тренера, будем выполнять. Думаю, все получится. Выбрать тактику правильно. Я думаю, что нам не надо с ними делать гонки сильные, потому что мы им проиграем в гонках, а чуть-чуть их, как сказать, усыпить. Для себя сделал вывод, что нашим ребятам ни в коем случае нельзя играть в их мотобол, то есть устраивать с ними гонки на скоростях. Они в этом себя чувствуют как рыба в воде. Ребята, мы уже прикатались, я считаю, все в хорошей форме. Вот, я думаю, что удача у нас завтра не отвернется, и будет все хорошо. Ну, в защите отыграть грамотно, не дать им забить ни одного, и, естественно, самим забить, и все. И все получится. Стараться играть более командной игрой, чтобы 4 человека, не как с французами, 2 блок, 2 с мячом, этого в таких играх не пройдет. Должны все 4 человека быть задействованы, чтобы мог любой и ударить, и завершить, и открыться, и пас. Будем настраиваться. Надеюсь, мандража не будет, выступим достойно. Ну и, действительно, завтра мы еще поговорим, какую выбрать тактику, как подойти к этой игре, чтобы она сложилась для нас успешно. Волнения такого сильного нету. Будем играть, будем анализировать игру и стараться победить. Должны доказать мы, что Россия все-таки сильнее команда, чем сборная Германии или та же Франция. С хозяевами турнира всегда сложнее играть, но немцы, я думаю, в этом году будут делать все для того, чтобы победить. Но мы тоже приехали сюда не под давки играть.